Здравствуйте, девчонки и мальчишки! Сегодня мы с вами будем делать вот такую замечательную поделку. Для работы нам понадобится цветная бумага, цветной картон, клей, ножницы и пайетки. Для начала из бумаги белого цвета вырежем фигуру произвольной формы вот таким образом и приклеим ее на картон вот так. Обрежем лишнее. Вот так. Вот такая у нас получилась заготовка. Теперь возьмем полоски зеленого цвета из цветной бумаги и нарежем их вот таким образом. И приклеим их вот так на нашу заготовку, начиная с самой длинной полоски. Вот таким образом. Так. Затем полоска чуть короче. Затем еще короче. Так. Следующая полоска. Так. Еще более короткая. Смазываем хорошенечко клеем. Приклеиваем. Так. И самая коротенькая полосочка. Так. Так. Из бумаги желтого цвета вырежем звезду. Вот так. Приклеим ее на верхушку. И при помощи пайеток украсим нашу поделку. Вот так. Приклеивая их в произвольном порядке на картон. Вот таким образом. Вот такая замечательная поделка у нас с вами получилась. А нам пора прощаться. До свидания.